Украинские силовики этой ночью нанесли удар по городу Ясиновато, недалеко от Донецка. Огонь вели из орудий калибром свыше 100 миллиметров, запрещенным по Минскому мирному плану. Один человек убит, еще один ранен. Серьезно повреждены 3 многоэтажных дома, детский сад. Сгорели несколько автомобилей, разрушен газопровод. Факт обстрела зафиксировали наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Всего же, по данным донецкого ополчения, за минувшие сутки вооруженные силы Украины выпустили более 800 различных боеприпасов по населенным пунктам вблизи линии соприкосновения.